Vai tjutorin, vai tjutorin. Hello, Юрина, як ви? Света, сначала снегом. Доброе утро, дорогие мои. Вот мы вчера прямо в эфире показали, как готовим хаш. Бастурма. Хочу хаш показать, который утром уже мы кушаем, наша семья. Пожалуйста, посмотрите, какой у нас хаш, жир. Все натуральный свой жир. Вот хочу показать близко. Покажи, Светочка. Смотрите. Вот такого. Вот смотрите как. Вот смотрите. Сейчас еще воды наливаю. Это кто будет кушать, короче, 10 лет жизнь длится. Это такой натуральный продукт. Света, вот здесь больше покажи, чем мне, Джана моя. Это вот такой хаш. Вот такой хаш. Сейчас еще, ой, горячая. Вот так. Есть люди, которые спрашивают, а где требуха? Моя семья, дети мои не кушают эту требуха. У меня только ножки. Вот такой. Вот. Хотела вам сказать, что надо для хаши. Сильно много ничего не надо. Надо маринованный, то, что я готовила, все маринованные. Зелень, редька, оливка, красный перец, который я готовила, и наш ассортимент сыр, лаваш сухой, лаваш свежий, который можно кушать вот так. Чеснок, естественно. Это вот так чеснок, который натурально. Обязательно мокрая тряпочка рядом, потому что когда кушаешь, она липнет по губам, по рукам. Соль, естественно, и армянский бжны или джермук. Вот. Это не реклама, просто мы любим после, чтобы она как бы тяжелая, чтобы после еды, чтобы она села. Вот и все. Кушайте на здоровье. Люблю вас. Готовьте все любовью вам.